2019 год начался с того, что мы с Ксенией сидим в доме за городом Ладожского озера и нянчимся с ребенком. И это прикольное начало года. Потому что его можно было встретить как угодно, но я не был уверен, что это будет именно так. Я укачал вот этого дружочка. Мне кажется, он сейчас просто видит сны, но пока его класть еще рано, потому что он может сказать. Это не очень хорошо. Вот, 2019 год, 1 января, меня снимает Ксения. Блин, скучаю по нашему миру, когда я утром тебя вожу, и ты мне ничего не говоришь странно. Дальше был Ломоносов с ее любопытной атмосферой. Сюда я приезжаю для того, чтобы восстановить свои силы. Это очень интересное место для меня. Мы гостили у моей подруги Даши и с ней сделали вот эту музыку и это видео. Дальше я отправился в Петербург. Это мой друг Вит, наверное, только я так его называю. Он вернулся из Индии, где отснял 16 пленок. Все еще не может прийти в себя после увиденного. Это пустая комната в центре, где он живет. Всю ночь был снегопад, и мы бродили по тихим улицам, которые заносило снегом. Питерского стиля не существует, просто здесь постоянно собираются безответственные люди всякие. О-оу, чувак, ты играешь с огнем. Тебя выгонят и лишат питерского гражданства. Ты сюда пойдешь? Ты как? Что будешь делать? Нет, ты красавчик. В смысле, да? Должен стесняться и сказать спасибо. Спасибо. У Виталия я взял VHS-камеру, которая снимает видео на кассеты, и ей, наверное, лет 20 или 30. Это мой первый эксперимент с такой камерой. Очень интересный и гибкий инструмент. Я вернулся в Москву. Это такой сумасшедший вид из моего окна. На зум VHS-камеры. Обалдеть. Это мой любимый дом. Дальше мы отправились к нашим друзьям в студию Like It Movie. Мы специально поехали на такси, чтобы посмотреть и поснимать город. В студии нас встретил Саша. Это он впервые заинтересовал меня таким стилем съемки. Он еще и снимает и на пленочную кинокамеру. И я отправился домой, чтобы завершить это видео. Хочется отметить, что вся музыка к этому видео написана на моем первом портативном синтезаторе Korg Volga Case. До встречи.